Oh my God. Oh mio Dio. Oh my God. Oh my God. Alleluia. Alleluia. Вы знаете, друзья? Sapete, cari amici? Можно поставить кафедру. Potete mettere. Слушайте. Tavolo. То, что делает дьявол. Quello che fa il diavolo. Он нападает. Che attacca. Не на ваш дух, на вашу душу. Non sul vostro spirito, attacca la vostra anima. Присядьте. Sedetevi pure. Все, кто в эфире, вас слушайте, помазание продолжает двигаться. Я чувствую. Унзione continua a muoversi. Сейчас я чувствую. In questo momento sento. Помазание исцеляет. L'unzione sta guarendo. И есть женщины, которые не думали и не просили даже этого исцеления, но сейчас оно происходит. Сейчас это исцеление происходит. Вы были лишены полноценной жизни через эти болезни. Но сейчас в вашей семье приходит порядок, мир. Гармония. Гармония. Подними руку и скажи: гармония. 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 Аллилуйя. Аллилуйя. О, дорогие мои, я приветствую вас. Amici, наш драгоценный глава Сената. Капо дель Сенато. Ваша сестру. Моя. Консорт, приветствую вас. La famiglia. Benvenuti. Вы знаете, что на Бали самое главное – это гармония. A Bali la cosa più importante è l'armonia. Гармония с самим собой. L'armonia con se stessi. Гармония с природой. L'armonia con la natura. Гармония с Богом. L'armonia con Dio. Да? È vero o no? Дайте хорошую славу Богу. Diamo ancora gloria a Dio. И я думаю, придет момент, когда. E arriverà il momento in cui. На каком-то из саммитов они приедут и они расскажут. И vi racconteranno. И будет вам интересно послушать. E sarà molto interessante ascoltare la loro storia. Так вот послушайте, гармония quindi, очень важна. L'armonia è molto importante. Без гармонии. Senza armonia. Мы прячем. Noi nascondiamo. Мы прячем то тайное. Nascondiamo quel segreto. Что нас мучает. Che ci tiene imprigionati. Мы можем красиво выглядеть, одеть красивый костюм. Noi possiamo avere un bel aspetto, essere vestiti molto bene. Жена красиво накрасилась. Può essere che nostra moglie sia vestita benissimo un giorno. Одели дорогие кольца. Le abbiamo dato degli anelli molto costosi. Вы идете. E voi andate per strada. Как ваши дела? Хорошо. Chiedi come stai? Bene. Но на самом деле. Ma in realtà. Дома ад. A casa c'è un inferno. На самом деле все не так хорошо. In realtà non va per nulla niente bene. На самом деле все плохо. In realtà va tutto male. Но мы все пытаемся выставить себя так, как будто бы Ma все хорошо. Dobbiamo sempre far vedere che va sempre tutto bene. Потому что дьявол нас так учит. Perché è il diavolo che ci insegna a far così. Чтобы мы не открывались друг перед другом. Di non aprirci nei confronti degli altri. Он мучает наши души. Tormenta le nostre anime. Он нападает и делает смятение в нашей душе. Attacca e porta il buio nelle nostre anime. И через это Дух Святой не может проявиться. E così facendo lo Spirito Santo non si può manifestare. Потому что смута. Perché questo tormento. Каламбур. Questo torbido в твоей душе, мучение. Nella tua anima, questa tortura. Не позволяют Духу Святому пройти. Non permette lo Spirito Santo di проявиться. Passare e manifestarsi. Меня кто-то слышит здесь или нет? Mi state sentendo o no?